сквере «Юность» открылась новая выставка, организованная сотрудниками историко-культурного центра. Посвящена она развитию футбольного движения в нашем городе. Инициаторами создания экспозиции стали ветераны команды «Металлург» Владимир Кузнецов и Владимир Хабузов. Вот я в этой жизни с командой 53 года уже, так же многие ребята здесь, понимаете? Вот за эти 53 года мы собрали этот материал, потому что мы... Кроме того, что наша команда «Винницкий Металлург» играла на первенство области 69-го, потом мы перешли в ветеранское движение после 30 лет. В послевоенные годы во временном поселке была создана команда любителей, которая стала основой для будущего футбольного клуба «Труд» при МКГЗ. Когда в 1969 году открылся городской стадион «Металлург», то команде присвоили его имя. Долгое время одним из главных вдохновителей футбольного движения был Константин Григорьевич Котельников. К сожалению, два года назад он ушел из жизни, выставку провели в память о нем. Костя, значит, всегда был у нас хорошим спортсменом, детским тренером. Тут все его знают. Большая хвала ему и честь. То, что он всегда стремился, помогал в этом деле. А пример с него брали все. А мы, вот, так сказать, друзья по команде футбольной с Владимиром Серафимовичем играли вместе и решили продолжить его дело, которое он начинал. За прошедшие годы в команде ветеранов, а она существует с 1990-го, уже сменилось несколько поколений. Сейчас опытные спортсмены продолжают жить активно и по сей день принимают участие в соревнованиях. Мы участвуем в городском фестивале, это серия таких товарищеских матчей, объединенных в турнир, потому что команды почти одни и те же. Некоторые выступают там за другие клубы, еще некоторые пытаются конкуренцию молодым составить. Но основное у нас соревнование, это вот мы готовим сейчас турнир в городе Дагомысе. А в начале 90-х, в 2000-е годы, ветеранская команда ездила не только по России, но и выезжала на международные турниры. Они ездили в Польшу, в Венгрию, в Словакию, ездили в Грузию. Они мотались по всему. Вот они сегодня рассказали такой случай, что они один раз приехали играть в футбол, товарищеский футбол, встречу, на своих машинах, в Муром. Представляете? Вот что значит ветераны. Собирались и ездили. Помощь в организации выставки оказал Владислав Рымша, председатель торгово-промышленной палаты округа, а в свободное время футболист-любитель. Были ряд профессионалов в этой команде. Все помнят Александра Павловича Цыганкова. Вы, наверное, помните, мы организовываем турнир в память данного футболиста. Поэтому по рассказам ветеранов и то, что я успел сам увидеть, команда действительно была выдающейся. И многие о ней помнят. На выставке вы не только познакомитесь с историей прославленной команды ветеранов, но и, возможно, увидите на фотографиях много знакомых лиц. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ.